Здравствуйте! Утром сегодня лучше поспать подольше, потому что Луна без курса. Если все-таки проснетесь рано, то лучше не приступать к важным делам. Звезды советуют сегодня завершать начатые дела. А если останется время, то успешно пройдет обучение. Удачно решатся вопросы, связанные с рекламой и пиаром. А вот чего не стоит сегодня делать, так это переедать. Выбирайте легкую пищу и будете чувствовать себя хорошо. Всего вам хорошего и до встречи завтра!